Заборчик раскрашиваешь. Это как раз то, что я люблю. Забор будет красный, распрекрасный. А я быстрее покрашу и мишке помогу. А я быстрее покрашу и мишке помогу. Полезная, да, Мишка? Ты зачем мое испортил? Ну, красный же лучше. Нет, красный. Другого друга найду. О, а вот и мой новый друг. Физкульт, привет! Вот это гирща! Вот это силища! Готово.
четыре, пять, я иду искать. Мишка, может, нам начать все заново? Коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мамы учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Если утром дети не боятся, солнце в небе ярче утром.
Нам же надо знать, конечно, что болеют часто те, кто живет в грязи и пыли, кто забыл о чистоте. Мы с тобою все же люди, ведь нельзя так говорят. Неужели мы же будем хуже поросят? Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Ура! Я!
нужно доктора. Thank you.
часа. Если дети дома убираются, солнце в небе. Что, с Мишкой непорядок?
опять за свое. Сейчас вернусь. Ah!
Ну вот, и мы в историю попали.
опять играть? Ah!
места речной волны выплывают расписные остро-грудые челны. Мака поднимает он красавицу княжну. Вот ты где! Угощайся!
Woo!
Thank you.
Ну, куда вы все подевались? Ати! Ha 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 ha!
Так-так-так. И куда тут мультики попрятались? Начнем расследование. Раз, два, три, четыре, пять. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь